Всем привет! На русский сервер Lost Ark был добавлен новый хранитель. Второй хранитель на 6-й странице — это Калгенраниум. Но проще его называть Ледяной Хроманиум, потому что он таким и является. Видимо, игроки очень сильно жаловались, что разработчики мало того, что не добавляют новые модельки хранителей, так еще даже над именами не думают. У них то Хелгая, то, соответственно, Ледяная Хелгая. И могла бы быть сейчас... соответственно, теневая Хелгая, но вот они назвали Дескалуда. То же самое с Хроманиум. Хроманиум, вулканический Хроманиум, и в принципе можно было назвать его Ледяным Хроманиум, и никто бы особо не расстроился, но вот дали такое сложное название. Видимо, все силы разработчиков ушли на создание имени Хранителя, потому что умереть на этом Хранителе крайне сложно. Я очень сильно пытался, старался действительно, попадал под все скиллы, замораживался, под все глыбы, старался схватить весь урон, который Хранитель вносил, и в принципе умереть, ну если у тебя есть в пати бард, паладин, который не афкашит, практически невозможно. Я даже не вижу смысла абсолютно перечислять способности, потому что они вообще не дамажат. Максимум замедляют скорость передвижения, иногда замораживают, соответственно, ты не можешь дамажить. Вот. Есть только одна способность, самая опасная, которая реально может убить, которая меня практически убила, потому что я принципиально не хотел идти в сейв. Это когда вокруг тебя начинается какая-то буря, то есть весь экран в буре, и надо найти гейзер на земле, встать в него, тогда ты замораживаешься, и, соответственно, урон от этой бури перестает по тебе проходить. Сама буря дамажит следующим образом: сначала там 2 урона, потом 4, 8, ну и так далее. В геометрической прогрессии увеличивается урон, пока ты не умрешь. Расходки здесь никакие не нужны, можно взять, конечно, феромонную бомбу, чтобы хранитель не улетал в другую локацию, можно взять какую-нибудь коррозийку или осколочные для того, чтобы разрушать броню, но в принципе это абсолютно не требуется, и так она достаточно быстро разрушается. У хранителя есть пару способностей, когда он загорается синим, то есть надо использовать контратаку, опять-таки они очень слабо дамажат, достаточно бесполезные, можно тоже проигнорировать. В общем, манекен еще хуже, чем Дескалуда, та хотя бы может хоть как-то дамажить. Здесь я вот серьезно просто стою и стараюсь ловить все способности под тяжелой броней. Ну да, у меня тяжелая броня, но все равно под тяжелой броней и киданием щитков я просто неубиваемый. Даже вот в том ультимейте, где начинается буря, я просто стоял с другим игроком, мы просто стояли в одном месте и все равно смогли выжить более-менее. Минимальный рейтинг снаряжения для этого хранителя 1460 по условиям, по крайней мере, так что если вы доросли, смело идите туда, проблем никаких нет, можно взять барда для подстраховки или паладина, но можно обойтись на самом деле и без них, даже на обычных хилочках, думаю, все спокойно справятся, если, соответственно, засейвиться от бури. Спасибо за просмотр, увидимся на стримах, всем пока!